Первенство России по борьбе на поясах проходит в нашей республике второй раз. Впервые оно проходило в 2018 году и показало свою востребованность среди почитателей и последователей этого национального вида спорта. У сборной КЧР в нем есть серьезное преимущество. Наши спортсмены регулярно лидируют на всероссийских турнирах. Борьба на поясах отличается эффектными и красивыми бросками. На сегодняшнем отборочном первенстве России по борьбе на поясах среди юношей и девушек принимают участие 220 участников из 20 регионов России. Вот первые места, значит, кто завоевывает и получает путевку на участие первенстве мира, вот, который пройдет летом в Казани. Вот мы, как всегда, рассчитываем на наших спортсменов. Сборная Карачаево-Черкесской Республики в большем составе представляет сборную России. Ход соревнований показал, что буквально в каждой весовой категории лидируют наши спортсмены. Подопечные Резуана Айдинова уже зарекомендовали себя как борцов, которые каждый раз оказываются на высшей ступени пьедестала. Анур Чагаров и Ислам Казиев уже прошли взвешивание и жеребьевку, а завтра их ожидают финальные схватки. Спортсмены настроены только на победу, о втором и третьем месте даже речи и быть не может. Я думаю, они завтра станут чемпионами, надеюсь. И они еще выступали по вольной борьбе на первенстве Северо-Кавказского округа. Там Чагаров 80 килограмм стал вторым. И вот Казиев, который здесь борется, 95 килограмм, 110 стал третьим. Но они еще по вольной попали на Россию. Эти соревнования предоставляют возможность попасть на первенство мира, которое уже второй год подряд пройдет в Казани. К слову, Ануар Чагаров в прошлом году там завоевал бронзу, а в этот раз на мировых соревнованиях он планирует взять реванш. Все шансы есть, постараемся. Как даст Бог, так и будет. Постараемся сделать лучше. Конечно, работая над ошибками, исправляли. Не знаю, думаем, что вернулись сильнее. Первый день соревнований наши спортсмены показали более чем достойные результаты. Амир Байкулов одержал чистую победу над соперником из Волгограда и принес команде бронзу. А среди девушек отличилась Замира Лайпанова, завоевав также бронзу. Альбина Шаова, Роман Нагаев, Архыз, 24.